Всем большой привет! Сегодня будем закрывать на зиму самые вкусные, на мой взгляд, маринованные помидоры. Зимой откроешь баночку и сразу ощущаешь вкус и запах лета. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Приятного просмотра! Сначала подготавливаем необходимые овощи. Морковку нарезаем кружочками толщиной примерно 3 мм. Лук режем колечками такой же ширины. Теперь берем стерильные банки и равномерно распределяем по ним лук, морковь, листья смородины, листики вишни. Кладем в каждую банку по одному корню петрушки с листьями. А дальше закладываем помидоры. При этом хорошо их уплотняем. Из 2 килограммов помидоров у меня получилось 3 банки емкостью 1,5 литра. Теперь заливаем наши помидоры крутым кипятком. Прикрываем банки крышками и даем постоять 15 минут. Затем воду сливаем в кастрюлю. Добавляем туда на всякий случай 100 мл воды и отправляем на медленный огонь, пусть потихоньку закипает. А в это время заливаем помидоры второй раз кипятком и снова оставляем на 15 минут. По истечении времени вторую воду просто выливаем, она нам не понадобится. А в каждую банку добавляем 1 столовую ложку соли, 1 столовую ложку сахара и 2 столовых ложки 9% уксуса. Заливаем помидоры доверху повторно закипевшей первой водой. Бросаем в каждую банку по 5 горошин черного перца. Накрываем крышками. Закатываем, переворачиваем, укутываем и даем им так остыть. Вот и все. Очень вкусные маринованные помидоры на зиму готовы. Хранить их можно как в прохладном месте, так и при комнатной температуре. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.